Привет, меня зовут Даша, и сегодня мне пришла посылочка от Ифаше, которую я сейчас и открою. Посылка совсем маленькая, такая беленькая, чуточная. Так, мне пришел гель-сос для рук. Он такой антибактериальный. Я как бы не принадлежу тому числу девушек, которые, взявшись за поручень в автобусе или за перила на лестнице, сразу хватаются за вот такой вот антибактериальный и начинают руки лозить. Будто... Ну просто вот сейчас весна, прошу прощения, периодически бывает насморк. Избавившись от насморка с помощью бумажного платочка, вот прям хочется чем-то вот таким помазать руки. Но в основном, конечно, я его взяла ради его запаха. Он просто божественен. Это такая апельсиновая цедра, пахнет очень явственно. Вот помажешь руки, вся комната озаряется ароматом апельсина. Нечто с чем-то. И пришла мне вот такая свечка из серии традиции хамама. Я правильно произнесла? Да, правильно. Хамама. Неважно. Это парфюмированная свеча. Она пахнет и сама по себе. И когда ее зажжешь, вот так вот она красиво выглядит. Я ожидала, что горшок будет керамический, но он не керамический, а такой, даже не знаю, как материю описать. Ну, как обычные подсвечники, короче. Пахнет. Вот если ты что-либо брала из этой серии, свечка пахнет именно так. То есть... Только не масло. Масло для душа из этой серии пахнет нежнее, но вот весь остальной продукт, скраб, например, он пахнет точно так, как эта свеча. Свеча пахнет как скраб. И такой цвет, мне очень нравится такой цвет шоколада. Я обожаю шоколад, украшение в виде шоколада, сам шоколад, в виде сладкого шоколада, шоколад-напиток, шоколадные цвета. То есть, а здесь шоколадный цвет и пахнет. Ну, я уже писала, как пахнет. И на этом все, да. Я стряпала этот заказ ради одного подарочка, который не пробился в коде бонуса. Ладно. Зато какая свечка шикарная. И гелик. Прям вот я давно хотела попробовать свечку, и гель тоже у меня закончился. Да, на этом все. Пока. Пусть твои бонусы тебе всегда достаются.